Ну, это восьмой день ужин. Рыба красная, капуста, ватрушка. Ричард. А, ну это и первый у нас сегодня человеку 43 года. Палать. Кстати, пиратов, там тоже 4 раза ничего написано. Вот, нога начинает уже двигаться, ходить уже можно. Эндопротезирование. Но наступать на ногу нельзя 2 месяца. Через несколько дней домой. Вот так. Кушаем рыбку. Пьем чай. С лимоном. Мне что в конвейер, что после него. Ну что, 44 тоже маленький юбилей. За тебя капуста. И эклер. Ну, может, не хватит?